Молодежная националистическая организация «Сокол» продолжает кампанию против предприятия «Интерхим». На этот раз молодые радикалы перешли к языку ультиматумов. «Сокол» потребовал руководство фармацевтического гиганта публично обратиться в Минздрав с целью ограничения доступа к кодеиносодержащим препаратам. Также националисты считают, что «Интерхим» должен прекратить торговлю такими медикаментами через все сети аптек, кроме своей. Второе требование действует на период, пока Минздрав не выполнит первое. Свое обращение ультиматум активисты зарегистрировали в офисе предприятия. Якщо на наші вимоги не буде жодної реакції, а саме виконання цих вимог, вище зазначених, то відповідно ми будемо продовжувати нашу кампанію «Стоп фармакологічної наркомафії», як і стосовно органів влади, контролюючі структури, які займаються безпосередньо цією галуззю, так безпосередньо стосовно підприємства «Інтерхім».